живем в России. Наш герб – двуглавый орел. Он держит в лапах скипетр и державу. Флаг России бело-сине-красный. А столица – город Москва. Всего в России более 1000 городов. И каждый чем-то знаменит. Один из них – Нижний Новгород, основанный суздальским князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году. В далекие времена, в смутное время, когда Москва была занята врагами, народное ополчение из Нижнего Новгорода пришло на помощь столице и выгнало захватчиков. Предводителям этих храбрых воинов, Минину и Пожарскому, и в Москве, и в Нижнем Новгороде поставлены одинаковые памятники. В Нижнем Новгороде стали выпускать первые в нашей стране автомобили. ГАЗ, Победу, Волгу, Чайку. В этих же краях расположено знаменитое село Хохлома, где деревянные изделия расписывают нарядным красочным рисунком. Сказки здесь рассказывают тоже самые интересные. И каждая, как драгоценный камень, самоцвет. В старопрежние времена на берегу светлой реки, на широких холмах, стоял великий русский город. Всех городов краше, всех городов богаче. Жили в нем люди добрые, ремесленники искусные, купцы бородатые, бояре знатные, а еще тот город славился своими красавицами. Правил городом великий князь. Жили люди, поживали, горе не знали. А горе-то и налетело черной тучею. Повадился в те места страшный Горыныч-змей. Стал народ грабить да разорять. Не стоять здесь городу! Всех огнем спалю! Всех в пыль втопчу! А коли хотите в живых остаться, так умейте меня принять! Буду к вам прилетать, да по красавице съедать. Ой! И утащил змей Горыныч молодую княгиню. А была она до того красивая, ого, что не стал он ее сразу есть, а решил жениться. Жил змей в пещере вместе со своей теткой Бабой Ягой. Смотри, старуха, какую я красавицу принес. Была она самого князя женой, а теперь моей женой будет. Собирай яга на стол, пировать буду. Да пошевеливайся, старая корга! Летят утки, летят утки, и два гуся. Утки не чистые. Все, спать. А во дворце князь по молодой жене убивается. И собачка мелкая плачет, хозяйку ищет. Князь подумал, что собачка
до ветру просится. Выпусти меня, бабушка, пожалуйста. А чего это тебя отпускать-то? Ты что, не знаешь, кто я? Я же Баба-Яга, злая и коварная. Да только старая стала. То ли дело раньше. Ох, как потеха была. Мы со змеем неделями не ели, не спали, гадости друг другу делали. Старость не радость. Не соперница я больше змею. Вот и летает теперь он один по свету. Злость на людях срывает. А как возвращается, так и мне, старухе, достается. Неужто на родную тетку руку поднимает? Поднимает. Неужели нету никого на свете, кто бы змея укоротил? Есть только один мужик. Зовут его Никита Кожемяка. Здоровенный мужик, силы немереной. Мнет кожи в слободе. А что, если отправить письмо князю? Пусть прикажет Никите змея прибить. Прибить, может, и не прибьет, но тумаков надает хороших. И то польза. Как увидел Никита Кожемяка князя, так и разорвал все 12 крош пополам от смущения великого. Ступай, Никита, на бой со змеем Горынычем. Землю нашу от лютого гада освободи. И спаси жену мою милую. Ха, да бог с тобою, князь. Я человек ремесленный, мужик робкий. Я вот тебя-то увидал, так со страху все кожи и разодрал. Убытку наделал. Так не пойдешь? Да не, не могу. Постоял князь еще немного, да и ушел домой княгине письмо писать. Мол, не хочет Никита со змеем драться. Боится. А нет ли другого богатыря, чтобы змея победил? Может и есть, только я его не знаю. А пока искать будете, змей всех красавиц из города перетаскает. Нужно Никитку уговорить. Пусть люди к нему всем миром идут. И собрал князь народ, чтобы Никиту упрашивать. Дяденька Никита, пожалейте нас. Еще годик-другой подрастем и мы. И утащит нас змей. Ладно, пойду. Хватит супостату проклятому жизнь нашу поганить. Обмотался Никита веревками пеньковыми, обсмолили его смолой. Взял он в руки булаву стопудовую и пошел за собачкой к змеиному логову. Эй, а ну выходи, змей Горыныч, чистое поле, а не то всю твою берлогу размечу. Че шумишь? Спать не даешь. Че надо? Убирайся с земли нашей, по-добру, по-здорову. Сам убирайся, пока цел. А ну выходи драться, собака. Ну давай потешимся, косточки разомнем. И стали они сражаться. По всей земле грохот пошел. Три дня и три ночи бились Никита со змеем. А четвертый день устали. Отдохнуть присели. Есть хочется.
Да пожрать бы. Эй, старуха, а ну давай сюда еду. Так нету ничего. Только мухоморы остались. Да и те же на зиму насушила. Грибы будешь? Не, не буду. Ну, коли есть нечего, тогда давай хоть в карты сыграем. Сдавай. А на что играть-то будем? О, если я выиграю, то я тебя съем. Идет. Ну, а если я выиграю, то я тебя съем. Ты? Меня? Тебя? Кого же еще? Испугался змей. Никита, вон какой здоровый. А вдруг и вправду съест? Послушай, Никита, ну, на всей земле нет никого нас сильнее. Давай поделим всю землю поровну. Ты будешь жить в одной половине, а я в другой буду. Ну что ж, делить так делить. Давай межу пахать. Сделали мастера-кузнецы саху стопудовую, и запрят Никита в нее змея. Стали они землю делить, днем и ночью пахали. Шли через поля, через леса, через горы, через пески, и пропахали они межу аж до самого моря Кавстрийского. Ну вот, Никита, землю мы поделили. Выбирай сторону, которая твоей будет. Землю-то мы разделили. Теперь давай море делить. О, а зачем море делить? Ну, если тебе полморя не нужно, то я его целиком и забираю. А не, давай делить дальше, чтоб по-честному. Рванул змей саху и пошел в воды морские все глубже и глубже. Так с тех пор больше его и не видели. Никита за работу ничего не взял. Пошел домой кожи мять. Молодая княгиня вернулась к мужу. И зажили они еще лучше прежнего. А баба-яга по сей день жива. Придет, бывало, к морю и вздохнет по змею Горынычу. Какой-никакой, а все ж племянник. Фу! Нечисть родная.